Друзья, всем привет! Как вы знаете, я сейчас нахожусь в Алма-Ате, и мы зашли в очень необыкновенное место. Первый раз я здесь. Друзья мне говорили, надо сходить обязательно эту вкуснятину попробовать. Короче, сегодня мы будем кушать кисе самса. Вот она. О, рахмет. Понимаю, крышечку тоже есть можно. Лежат перепелиные яйца. Вот эта штука, я знаю, это называется хазы. Нет, вот еще соус есть. Это все тоже поливается. Крышечку можно макать. Что, друзья, я съел свою порцию кисе самсы, очень вкусная, очень понравилось. Я сюда обязательно вернусь еще не раз и своих друзей привезу. Хочу вам сказать, вот, показать, сколько стоимость этой самсы. Вот она прям одна из первых, кисе самса, 1500 тенге. И еще есть много всяких разновидностей самсы с говядиной, с бараниной, с курицей, с картошкой, с говядиной, с тыквой, с кониной, с курицей, голень с сыром. Ну вот смотрите, вот эта вот порция самсы стоила 1500 тенге стоит, да? Это получается 3 евро. То есть в Германии я бы за 3 евро купил бы просто вот эту булочку с яйцом. Саид волшебник, кто делает такую прекрасную, замечательную самсу. Посмотрите, какая красота. Саид, огромное спасибо вам. Всего доброго. Обязательно. Рахмет.